По-настоящему семейный выход на избирательный участок сегодня у Сергея Еремина. Депутат Госдумы пришел с супругой Екатериной и тремя детьми. Не забыли никого, привели на выборы даже собаку. Та, кажется, и не против. Голосовать идешь? Идешь? Пойдем голосовать. Пойдем, конечно. Возле участка семью поймали волонтеры, предложили выбрать место для благоустройства. Сергей Еремин не растерялся. Все-таки за преображение Красноярска болел, как никто другой, еще на посту мэра. Сквер, читая Еремин, их выбрала и, главное, проголосовали за президента. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. В Красноярске Сергей Васильевич теперь не так часто, работал в Госдуме и командировки в Москву, поэтому на память Еремины сделали семейное фото. Принципиально важно даже не столько как для себя, а сколько для ребятишек передать вот эту важную, наверное, такую историческую эпохальную эстафету. Я уверен, что наша страна просто-напросто сейчас нуждается в таком мощном и очередном рывке. Знаете, мы как сейчас пошли, вот как космический корабль, на первая ступень у нас прошла, сейчас вторая ступень, и мы должны вообще выходить уже в открытый космос. Поэтому все у нас нормально, и эту миссию мы должны все вместе выполнить. А это сенатор Совета Федерации Александр Рус. На время голосования тоже оказался в Красноярске, хотя сам признавался, половину времени теперь работает в Москве. Накануне вместе с супругой отдали свой голос. Мы все сейчас, я имею в виду страна, переживаем, конечно, особый, по-настоящему исторически значимый период. И поэтому, наверное, как никогда нужны, как принято говорить, равнения на флаг, важен каждый голос. И именно он, в том числе, будет вкладом в нашу победу и в определение будущего наших детей, наших внуков, нашей Родины, России. Где бы мы ни были, группа Яхот, в других регионах или за границей, мы всегда голосуем. Лидер группы Яхонт Флорид Исламов рассказывает об активной гражданской позиции коллектива. Хедлайнеры многих городских событий сами проголосовали и между делом признавались в любви родному Красноярску. Как и следует, песней. Мой Красноярск.